воспоминания манят своим теплом эти детские мечты. Погоня за автобусом Ля 677 Икея Луноход. Так он был назван среди простого народа. Целых 8 лет, маршрута 38. С улицы Матросы свое прямиком на Шибке. Мягкие сиденья и уют салона. Перемещение на нем с района на район. Время летит, и новшества дают себе знать. И вот пришло время автобусы менять. Лиас променяли на новый Нефаз. И уж больше не придется на раритете гонять. Остатки прошлого один Лиас, маршрута 9. Он был как новый, ему только бегать и бегать. Но видимо, как решили люди сверху, этот синий автобус свое отбегал. Я помню, маленький был, все время ездил в детский сад. Я помню, так любил проводить время в дороге, мельком снегопад. Я обожал тут бутылок и тот незрачный мотор. Я помню радовый взор, тот самый лунный задор. Была мечта дурака, купить себе тот автобус. И детство, игра, кататься, забавы. И только Ля 677, трудяга наших дорог. Ему погода не прок, он покоритель дорог. Кусочек детства ушел, за ним уходят и гадая, вспоминая моменты, когда еще была зима, когда с утра на учебу ты едешь в теплом салоне. И пофиг там на погоду, ведь греет тепло мотора. Я помню лица друзей, когда в пути он на ход, когда с учебы домой, и так тепло, хорошо. Эти обрывки памяти тех, кто любил так Лиас. Эти три цифры и звук остались в сердце всегда.